А где старт врага? Тоже на севере и на юге. Близко? Оп. Ну, где-то вот сейчас там. Вот зеленая одна, там, на юге. И вверху на севере другая. А почему я буду сидеть в домике и не вылазить? Не свечу. Да, да. А выбежать его успеть пах. Можно? Нельзя за красную зону выделить. Где Банзе, кстати? Никто не знает, видимо. Я с собой любовь в этой карте. Так, мы тоже готовы. Готовы. Формула любви, просто огонь. Из вас. На юге, на севере. А вот так есть РПГ? Что-то было, по-моему, да. А враг как выглядит? Ну я куда-нибудь сейчас в домик заныкаю. Они, по-моему, это из Private Military Company. На первый? Отлично. Ладно, я в домик тут заныкаюсь около лады. Тут, по-моему, где-то в составе был ящик с ништяками, нет? Было дело. Бомбеска. Ящик с ништяками украли. А, ну просто на улице что. Сверху нет. Только граната может пролететь через дырки. Кто? Шальной. Север, машина.
насквозь простреливаю. Это ворон. Да, это я свободу. Потерись. Не, нет. На юге такая же тема с машиной. Ну, а я без ног. Не надо по длину стрелять, блять. Опа. По своим стреляет. Крат, он по меня падает на север, я в самом краю. Если кто-то кидает ГПХи, то спасибо, пацан. Аккуратно, репит. Да. Они со спины летят. Там кто, американцы? А, оружие. Как они выглядят, да? МСИ. Сейчас мы поймем на компанию. Вообще не знаю, как выглядит, буду стрелять. У нас такая фурня вообще. А кто не так не с такой, у всех валит. Это ихняя или наша? Это моя, это она просто в потолок улетела. Понял. Просто на 90 градусов вверх. Я это видел. Как они тут дебильно реализованы? Сейчас выбегу и стрельну на юг и пошку. Же на севере, короче, привязаться не по забором пройти. Сейчас должен. Могу принести чем привязаться. Да не надо, тут уже опасно. Сейчас где ямки, вот я там. Забор пострелял по забору подвел. Сейчас я буду прошивать забор с пулемета на пошли. А на юге присматриваем. Домика что? Трэп, отбегай, я тебя перевяжу. А я без ног. Ну на руках, беги на руках. А у нас если что, медик есть, нет? А юг, короче, по правой стороне в упор уже прям подбежал. По правой? Прямо если смотреть туда? Прям уже, да, прям за эту сразу пальни.
Сейчас. Просто сразу этот империю. На север кто побежал, там гранаты, блять, питает. Я. Тут враг в упор тоже спустил. Ой, как FPS сразу просил. Бегу гранату им кину. А дым кто кинул? Белый. Кто кинул? На юге? Да. Они же штурмуют. Сейчас будут прорывать люк. Тут они все прорывают. Так, вы вообще нет? Да, давай, смотри. Все окей. Паша, если есть пушки, прям заедут. Закончились. По-моему, за УАЗиком. Да, за УАЗиком. Так, да мы пошли сейчас пойдем. Да? Значит, там камикадзе. Тут спинки, спинки. Нет. Ползи ко мне! Ворон живой. Где живой? Поймал пару. Кто-нибудь меня прежде? Вот и Паша к нам пришел. Это тряска в руках. У них какие-то... Руки не тряслись. Жадные машины, да, для жизни. Мне вообще непонятно, как прошли, откуда, чего. Да, совершенно. Ты посмотри, где мой труп-то лежит. Под домом, по-моему, под этим самым, под вороном. Ну, занес. А, не под вороном, бро, кто у нас там сидит-то? Под Гонза. Там много посеку у нас. И наш почти не осталось. Так, а кто на пулемете на машине? Военный? Бедный фуэр один там отбивается на севере. Он был не один. Я знаю.
Меня прилетело РПГ, я сдох. Меня прилетело что-то другое. Я сдох. Такое ощущение, что камнями закидали. Ну, да не, они не... Там, где я сидел, там не просматривалось. Но... Бывают шальные, бывают. Флайер вот не вовремя ушел прям. Прям он ушел. Нет, он ушел и прямо этот Улби прошел маршрут. Сейчас если двигаться не будет, он его услышит. А он слышит, он видишь, как держит. Да, вот и убил. По-моему, друг друга. Там несколько. Отлично. Да, друг друга. Разменялись. Там и виза идет. Там от ГПшки броня еще досталась кому-то? Где? Ну, к севера. Да, рано. Там, по-моему, много кого. Карина там, наверное, да. Просто лицо в куртке. Ты чё, Freedom? Что-то они залипли. Гонзо. Так хорошо начали. Чё, только одного получается убил. Они какие-то дикие. Один гон за. А я-то думаю, что такое? Что так тихо? Угу. Хуман еще жив? Сейчас, наверное, гранаты полетят в дом. Да, сейчас его, возможно, увидели. Услышали, как он топчется. Не, понял, говорили, что приз в доме. Кирилл ход смотрит. Что-то, по-моему, они, им самим больше доставят. Не, ну если гранату в окно кинут, то вообще будет идеально. А так? Так вообще никак. Там вроде еще пол простреливается, да? Ну, вроде говорили, да. Они не могут через вагоны перебраться, что ли? Чё, поднимись. Подошел. А, не попал. Значит, побиваются. Там вообще трупа полного граната тоже много. Ну правильно, они пока ящики не ищут, тоже хорошо. Или тут без времени. Че, он даже не суетится.
гранату кинули. Только она упала на первый этап. А смысл? Свой. Смысл ему суетиться? Сами убиваются. Боятся. Должны закинуть. Неужели никто не знает про комбинацию ковиш гранат кидать? Да там и с обычной можно закинуть. Так проще. Ну да. Правда, косые. Сколько гранат? Что это за говно сейчас было, скажите мне? Я только очнулся. А я что-то не увидел, я с поезда упал, да? Вот и Гонза, по-моему, задел. А. Я просто лежал на поезде, потом смотрю. А Жданик, по-моему, на первом этапе. Оно должно прокинуться, да, через икну? Да. Они уже на дымах тренируются. Оп! Оп! Кидает, кидает. Ой, как хорошо. Куда хорошо? Чё-то ничего не произошло. Не понял. Граната куда-то ушла, а не туда. Они вон гранату уже ищут по трупам. В меня что ли ушла граната? Друг друга перебьют. Уже это, двух человек потеряли. А Кьюман вообще живой или нет? Он бегает у вас. Он без ног. А, о, ножи. А Гонзу так и назовем стальные яйца. Ни один мускул не дрогнул. Может, ну мышка не трогает. Да. Сидит там что-нибудь есть. О, сейчас будет, да. Сейчас они подумали, как можно прошивать это здание. Если дом вообще не упадет? Да, везут. А с другой стороны там. О, сейчас хотя... кто-то должен суетиться. Ой! Задвигался. Сейчас прошивать буду. Ребята, я привез, да. Вышивать буду. Смотри, а как это, да? Как она называется-то? Ножики-то эти, сабли сует. Сейчас мы фокусим. Что-то не вышивает. А у них, походу, патронов, что ли, мало? Гон за нервы сдаёт. По-моему, дом ломается. Вылезет мне, делает. Они типа гранаты кидают, думают, что он может отбежит или как-то. Что за дурак? Ползает даже, без ноги. Лезет. Передумал. А это если он с меня стол взял, там гапошек. Он там... решил постучать и послушать. А теперь Гон закинул гранату. Точно ли? А, дымы. А что? Есть вероятность, да. Сколько там до конца миссии? Не помню, не читал. Он там откидывается. Угу. Логодрум. Он сегодня подрывет?
Да, о, гранату кинул. Это граната была. Еще одна. А он ее кидает вниз, я не понял. Да, походу. Ну, было бы забавно, если бы они не попали в эту дырку. Да когда уже дом-то обрушится, алло? Алло. Ты был справа. Это дом с привидениями. Смог вид эвридей. Отдали, посмотри, как это смотрится. Я говорю, смог вид эвридей. Гонза там успокоится пытается. Ух, смотри, что нашел, что ли, что-то? КПшки? Подождите, граната закрытел. Улетит в одно окно, вылетит из другого что окна. Что ж ты, ГПшит? Там на себя ГП. А пол мне не пробовали прострелить? Только им не говори. Все, без ноги. Все, дым закончился. Олег, я не буду... Ноги кончились. Были люди, как люди стали какие-то креветки. Паша, пиши, чтобы сдавались. Причем они. Заползаем. Нет, они там походу диалог еще ведут. Выходи, пули, плюс. Надумались. А что происходит? А, то есть поговорили про пол, внезапно начали стрелять в пол. Ну, да. Кто-то смотрит видео, видимо. Без 15 минут, а надо вперед, причем. Избуд. А тебя на пол. Поближе подъедем. У них одна или две машины было? Две. Да второй не могут додуматься. Но ее везут уже. Да блин. Они могут, кстати, если здесь подрыв БК есть, они могут поставить машина. Дым взорвать. И вот они сейчас, видите, дым пускают. Чё за приколы? Чё за приколы? Как? Что? Только говорить, они сразу начинают себя подрывать. Если Хуман не умрет. Кунза вообще офигел. Это вообще реально, не? Сколько мы в гранат закинули? Ни одной. Что? Ни одной. Как ни одной? У нас все гранаты проходят через окна. Ну, ни одной вы не пропали. Мы закидываем, а они проходят. Я пришел уже, три человека друг друга убивают. Да. Причем гранаты не убивают. Теперь Гонза начал так. Ох-ох-ох-ох! Еще один минус! У нас Доник, он мог, блин. Гонза в огне горит? Нет, и в воде не тонет. Шедочник чигар. Что затащит еще? А че ему осталось? Не успел машину поджечь. Вот они, видимо, ее для этого поставили там. Блин, с ГПшки я будет. Все эти ГПшки, грант проходит сквозь этот второй этаж. Пофиксите это. Бисом сказать. Достаточно друг друга забываете. В бан вас всех надо, блюды. Да машину поджечь и все, у нас так было, мы так выкуривали из этого. Что там была за миссия, где в этой? Черногорские разборки, по-моему. Подкатывали машину ко входу, поджигали, и горели все внутри. А дом урон не наносится от машины? Тут скорее дом упадет, чем Гонза загорится. А что они делают, что не понимают? Ползают. Они его ждут. Сдаются два безногих инвалида. Надо еще... Саха... Самара, да? Они ездят. Тебя можно протупить, Гонза. Гонза вообще что за прикол? Я еду, он не будет расстреливать меня. Ну а что он должен? Просто помахать ручкой?
Главное, никто не смотрел, вообще не открывал. Кто кого переселил? Жаль, как у сотого нет, он не послушает, что они говорят. Мы с вами перекрикиваются. А они там постоянно говорили, типа, выходи. Блин, ну был же план поджечь машину, чё они залегли? Реально. Пац. Боятся. У меня граната была, может взорвать. Кого быстрее нервы сдадут? Это уже бред. Начните сразу там рации закидывать им. Паша, скажи им способ. Камнями. Пусть ящик ищет. Кстати, а ящик же сломали? Зеленый. Или нет? А дошикая рабочая на пикапе? Да. 4 магазина. Сели бы тут, прошили весь дом. Ну и Химон повезет. Здесь должна быть взрывчатка. На этом месте, я считаю. Может, тепловизор еще? Или град? Танк, Нет, тепловизора хотя еще не было. Каждый проигрыш что-то новенькое здесь должно быть. Цистерны должны гореть. Так а, ну, репит иначе, так как эту херню исправлять из нее? Да если бы гранаты кидать умели бы. Что, тупо сиделка что ли будет? Или потом баны всяких РПГ. Бутиков, потому что... Не, ну а почему они не поднимаются? Куда? Наверх. А он расстреляет сейчас. Ну, подожди, ты предлагаешь однозначно выигрышный вариант с C4, но не рассматриваешь вариант, чтобы они поднялись. Так а если не подниматься, то просто гарантированный проигрыш. А если они поставят C4, тоже 100%. Почему? Потому. Почему они дом снесут? Так значит надо альтернативную. Это не 100% выигрыш, если они снесут дом, и он умрет. C4 здесь решит вопрос. Также вот, как решит. Также ты 82 решит. Ну а что такие пушинские посиделки лучше всего интереснее будут? Не, ну а в чем проблема машину поджечь? В чем проблема машины прощать? Химон ползет в машине. Плюс это будет указано в названии миссии, типа что для победы надо поджечь машину возле дома. Нет, ну ты не мешал, когда они были с ногами, зайти и сгреть гранату. Так мы закинули. Они сквозь пол. Почему Гонза живой? Эй. И реально мы закинули, они сквозь пол пролетают и в нас реально. Сейчас реально будет пол. Да хрен он мог с пулемета машину взорвать. В принципе, обоим большой. Гонза же более такалаш. Тупо вернее пока. Машине стрелял. И все. Ну, в машине, наверное, есть бензоколонка эта. В машине что-то? Канистры нету? Есть. Ну и господи, да. Вообще решается просто... Где кейс? Смотрите на угольника. Кейс пытается. Куда кейс спрятались? Не кейс, там этот ящик. Не ящики. Где он? И мимо него Химон прополз. Так, он взрываем. А, вон вижу. Они все ранены. Только один Гонза бессмертный. И что он делает? Раздай? Нет, Хуман. Отменяй, Раздай не попался. Да это на платформу заехал. Он решил взорвать машину, что ли? Он же, он мог бы заехать, на самом деле. Слушай, колесо. Уже с... Отлично. Ну вот, арма. Зол, блин. Кимус, да.
схема. Подожгли машину, все-таки подожгли. Но не там. Кошмар какой. Ну напиши гон за то, что они друг друга перебили, выйди, добей одного человека. Да у него ног нет, хорошо. А чё, ДШК не пробивает этот дом, что ли? Нет. Пробивает. Вы под нет, пробивает, пробивает. Таким дебильным стреляли, то что там просто его не забивали. Видно было, как трассера скачет. Просто Гонза за колонной стоит и за ящик. Думаю, Сдоник сейчас зом. Да. Ну, в этом месте ему за ночь на предыдущем месте. Напиши ему, чтобы из домика уже вылез. Кто прошлый месяц выиграл? Просто, что один на один. Кстати, да, Паш, напиши ему что-нибудь издевательское. А он решил под нагвон. А что сделал хим? Сданик, будь мужиком. Не смог забраться. Сейчас помню. Все упадет отсюда. Хорош. Красавчик. В голову почти. Без сознания. А он еще живой. Ну, наверное, рубить в таких случаях, наверное, надо. Все. Умер. А вдруг очнец? Напиши, он... Нет, он уже умер. Он умер, 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 умер. Не надо ничего писать. Пускай думает, что жив. Ему еще ящик искать. Не. Не идет. Паш, зачем ты Зоника троллишь? А что с ним еще делать? По другой лестнице. А что-то он завис. Да Гонза уже умрёт. Слушает, наверное. Да. Миссия старая, она маленькая. И конец здесь не такой. Не рабочий конец.